сути, свидетель. Давайте без полиции обойдемся, я вас прошу, не нужно, пожалуйста. Давайте с родителями поговорим, Вильяма, я все объясню. Ну, я не знаю. Мне надо, во-первых, с мамой. Мама там ждет в машине. Она вообще в шоке от этого всего. Она просила меня помочь, потому что ей некому помочь. Она приходила к вам. Вы ей нагло в лицо врали, что этого не было ничего. Что это все не придумывают. Что Вильям все придумывает. Он голодный ходит постоянно, без еды. Они у нее еду забирают еще. И перепродают ученикам. Это вообще, я не могу понять, как такое можно было. Я все понимаю. Сейчас узнаю. Виновата. Да, конечно, виновата. Во-первых, вы все это сейчас расскажете ученикам, родителям учеников. Всех. Во-первых, должны вернуть все деньги. Это вообще я без варианта. С мажором будете дальше разбираться, поговорите с их родителями и как-то это, всю эту тему решите, понимаете? Я прошу вас, давайте без полиции обойдемся. Я все объясню родителям. Мальчики, простите меня.